Уважаемые зрители, Вербовский Ньюс. Доброго времени суток. Новости воскресенья, 30 мая 2021 года. Номер один. Компании с государственным участием и госструктуры в России увеличили в прошлом году расходы на рекламу на иностранных интернет-платформах. Наибольший прирост таких рекламодателей наблюдался в Twitter и Telegram. А больше всего потратили они на рекламу в Instagram и Facebook. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на исследование Ассоциации коммуникационных агентств России. Номер 2. Генеральный директор Amazon Джефф Безос заявил, что уйдет со своего поста 5 июля. Об этом он сказал в ходе ежегодного собрания акционеров компании, которое проводилось онлайн. Передает CNBC. Номер 3. Основанная Джеффом Безосом компания Amazon подписала окончательное соглашение о приобретении голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer за 8,45 миллиарда долларов, об этом сообщается на сайте Amazon. Номер 4. Китайские биткоин-трейдеры остаются значительной силой в торговле биткоинами. А их участие в последних распродажах криптовалюты имеет характер игры на курсе. Они вызваны новыми ограничениями со стороны китайских отраслевых органов и властей. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на опрошенных экспертов. Номер 5. Роскомнадзор пока не видит необходимости замедления работы Google и Facebook в России. По словам главы ведомства Андрея Липова, на сегодняшний день административные штрафы – достаточно эффективная мера воздействия на компании. Уважаемые зрители, творческий коллектив Вербовский Ньюс поздравляет вас с окончанием последней недели весны. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии.